Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 14 апреля. Вы смотрите программу «День веков». Хронограф. 14 апреля 1915 года родился Петр Петрович Глебов, актер, народный артист СССР. Высшее достижение актера – исполнение роли Григория Мелехова в фильме «Тихий дон». Роль Григория Мелехова не только принесла актеру огромную популярность, но и отложила отпечаток на всю его дальнейшую актерскую биографию. Все его дальнейшие работы рассматривались прежде всего сквозь призму этой роли. В последующие 30 лет Петр Петрович снялся более чем в трех десятках фильмов, где он создавал образы сильных, мужественных людей. Глебов снимался в главных ролях в драме «Моцарт и Сальери», героической драме «Морской характер» и других фильмах. Однако такого успеха, как в «Тихом доне», у актеров, к сожалению, больше не было. 14 апреля 1943 года появился на свет пианист Николай Арнольдович Петров. Николай Арнольдович – пианист редких виртуозных возможностей, обладающий феноменальной музыкальной памятью. Он играет от 70 до 100 концертов в год. Из них 10-15 концертов проходят в Большом зале Московской консерватории, где уже более 10 лет Николай Петров имеет свой именной абонемент. Играет Николай Петров. Его концерты в Москве и на гастролях проходят при неизменных аншлагах и высоко оцениваются музыкальной критикой. Репертуар Петрова очень велик, и в нем незаметно никаких либо вкусовых предпочтений, кроме явной склонности к исполнению труднейших пьес фортепианного наследия, этюдов Листа, вариаций на тему Паганини, Брамса и других. Пианиста аплодировала публика Карнеги-Холла, Линкольн-центра, Кеннеди-центра, зала Плейель, концерт Гибау, Барбикон-центра, Ройал-фестиваль-холла, Альберт-холла, театра Колон и многих других престижнейших концертных площадок по всему миру. Сегодня 14 апреля вы смотрите программу «День веков. Хронограф». И этот день ознаменован многими потрясающими событиями в области науки и культуры. 14 апреля 1611 года принцем Федерико Цези впервые было использовано слово «телескоп». Первый телескоп был построен в 1609 году итальянским астрономом Галилео Галилеи. Телескоп имел скромные размеры, несовершенную оптическую схему и 30-кратное увеличение. Он позволил сделать целую серию замечательных открытий, таких как фазы Венеры, горы на Луне, спутники Юпитера, пятна на Солнце, звезды в Млечном Пути. А в 1908 году, в этот день, 14 апреля, в Петербурге вышел первый номер нового еженедельного журнала «Сатир и юмора» «Сатирикон» под редакцией Аркадия Аверченко. В журнале печатались Леонид Андреев, Исаак Бабель, Александр Блок, Александр Грин, Александр Куприн, Алексей Толстой и другие. «Сатирикон», выходивший в период политической реакции, отличался радикализмом и остро высмеивал многих известных деятелей государства и культуры, в силу чего стал самым популярным сатирическим журналом своего времени. Мы не можем не рассказать о трагическом событии, случившемся более 70 лет назад в этот день. 14 апреля 1930 года в своей рабочей комнате в Лубянском проезде выстрелом из револьвера Владимир Владимирович Маяковский после отказа в получении зарубежной визы покончил жизнь самоубийством. Реформатор поэтического языка Маяковский оказал большое влияние на поэзию 20 века. В 1933 году Цветаева предрекла: «Своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность, и где-то, за каким-то поворотом, долго еще нас будет ждать». Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. 14 апреля 1945 года был основан главный ботанический сад Академии наук СССР, ныне РАН. В период 1950-го
70-х годов в Ботаническом саду были построены все основные экспозиции и обширная коллекция цветочно-декоративных растений. Экспозиции «Розарий» – сад непрерывного цветения, сад прибрежных растений и теневой сад. Фондовая оранжерея собрана одна из наиболее крупных в Европе коллекция тропических и субтропических растений, насчитывающая свыше 5000 видов и форм. 14 апреля 1956 года Чарльз Гинзберг и Чарльз Андерсон и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение – первый видеомагнитофон. Первые видеомагнитофоны были очень громоздкими. Их использовали либо в студиях, либо возили к месту событий на специальном автобусе. Сегодня 14 апреля, вы смотрите программу «День веков хронограф». А сейчас мы вам расскажем о том, какие праздники отмечаются в этот день. В Англии в этот день проходит флорал-марафон. Ежегодный лондонский марафон «Флорал» – это больше, чем спортивное мероприятие. Ежегодно количество участников в марафоне достигает 15 тысяч. Своеобразной благотворительностью, дань социальным программам, занимаются не только спортивные знаменитости. Сумма от выручки ежегодного марафона составляет около 15 миллионов фунтов стерлингов. Все лондонские организации, включая самые маленькие бары и даже школы, специально к празднику готовят свое уличное представление. А в Бирме в дни с 13 по 16 апреля по всей стране проходят веселые празднования Бирманского Нового года или фестиваль воды. Согласно местным поверьям и традициям, в эти дни все должны пройти очищение водой, для чего каждый человек обливается водой сам или обливает другого. Повсюду царит дух беззаботности и веселья. Сегодня 14 апреля, и наша программа «День веков хронограф» подходит к концу. Самое время вспомнить о народных приметах. 14 апреля по народному календарю «Марья, пустые щи». «Марья, зажги снега, заиграй овражки». В этот день варят постные щи из квашеной капусты. С Марьи – пустые щи. И до Марфы – зеленые щи 16 мая. Активно подъедают запасы квашеной капусты. Обычно этот день приходится на Великий пост. И щи в любом случае не должны содержать мясо. Если разлив на Марию египетскую, травы будет много. А если же нет, то лето будет холодным и дождливым. Если лед сходит вдруг, год будет легким, хорошим. Лед на реке изникнет или на берегу останется, год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.